нефтяного технического университета профессору Шамазову Айрату Ингазовичу. Дорогие первокурсники, разрешите вас поздравить с таким значимым днем вашей жизни. Это первый день в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета в качестве полноправного члена этого коллектива. У вас сегодня, 1 сентября, в день знаний, который отмечает вся страна, начинается самый, я могу вам сказать откровенно, прекрасный период жизни, который будет идти всю вашу оставшуюся жизнь. Без студентского билета нет студента. Сегодня я вам вручаю все студентские билеты. Вы все сегодня получите свои билеты, студентские билеты. Они подписаны. Деканы вам сегодня все вручат. А я, как проректор, вам вручаю символический студентский билет. Вот такой. Ура! Доброе утро! Поздравляю вас всех с праздником знаний, а первокурсников с первым учебным годом. Добрый день! В этом году проблем таких в университетском факультете не было по поступлению бакалавров, магистров. Даже по магистрам получилась такая ситуация, что у нас люди, которые набрали баллы на бюджет, пошли, оформили контракт и пошли обучаться на контрактную форму обучения. То есть я хочу сказать, что по бакалавриатам превысили количество приема и по магистратуре. Я считаю, что магистратура – это наше будущее, соответственно, мы уделяем особенное внимание этому. Я пожелаю всем трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Я думаю, совместно мы, наверное, это сделаем. Настроение отличное. Я поступила на факультет ИНЭК, на кафедру БГП, управление проектами нефтяная газовая промышленность. Я очень этому рада. Долго стремилась, старалась. Ну, пожалуй, все. Буду ждать с нетерпением своих занятий. Я тоже очень хотела поступить на этот факультет. Я так рада, что я наконец-то буду там учиться, жду занятий. Я так волнуюсь перед началом учебного года. В общем, здорово, что я буду готова. Мне очень долго рекомендовали этот университет друзья. Говорили, что он очень хороший. Я очень рада, что сюда поступила. Буду ждать первых занятий с нетерпением. Поздравляем! Настроение хорошее, я в предвкушении учебы, веселой студенческой жизни. Мне очень интересно учиться, я выбрала специальность МТ. Я давно сюда хотела попасть и очень рада, что все-таки поступила и прошла. Я хочу всем пожелать, чтобы все учились, старались, чтобы не вылетали, чтобы все проходило гладко, чтобы все дружились, и все, чтобы у всех хорошо.